Да. Дом тут один присмотрел. Замок не проблема. Может, что попадется. Егор, ну мы же с вами договаривались о визите. Так это вы на час раньше пришли. Ну, раньше начнем, раньше сдадим.
Так, квартира просторная, в центре. Это хорошо. Правда, не очень чистая. Хотелось бы знать, нет ли еще каких-нибудь подводных камней? Да нет. Квартира как квартира, ничего особенного. Так все говорят, а потом оказывается, что собаки лают в 5 утра. Неплохо бы новый. Я просто вообще не смотрю телевизор, поэтому... Микроволновки, я так понимаю, тоже нет. Сам удивляюсь, как выживаю. Вот, посмотрите, какая у меня вчера кухня была. Я в восторге. Не сомневаюсь, что в восторге. Сколько есть времени, чтобы найти жильцов? Я через неделю в Москву переезжаю, поэтому срочно. А собственник только вы? Где ваши родители? Родителей нет. Мама умерла несколько лет назад. Простите. Да ничего. Что ж, очень хорошая квартира. Спасибо. Это кабинет моего отца. Я не успел еще здесь все собрать. Ну ничего, недели должно хватить. Что ж, я подготовлю документы и начнем показывать. Хорошо, спасибо. Завидую, что вы в Москву едете. Погода наша просто кошмар. Говорил, не кури в тачке. Чехлы потом. Кто покупать будет? Сегодня днем в центральном районе совершено уже второе самоубийство, которое напоминает серию загадочных смертей 5 лет назад. Согласно нашим источникам, перед гибелью всех жертв преследовали похожие галлюцинации. На данный момент полиция воздерживается от комментариев. Мы будем следить за развитием событий. Думаешь, снова началось. Я не успел. Понятно. Узнала что-нибудь в полиции? Нет, эти ослы ничего не говорят. Я пока поспрашиваю соседей. Да, давай, на связи. Вы замечали что-нибудь странное в Прости. Можно с тобой поговорить? Уходите. Твоя соседка покончила с собой, да? Не знаю. Она говорила, что кто-то преследует ее.
Но ей никто не поверил, да? Ты видела человека в белом? Полиция по-прежнему не дает никаких комментариев. Напомним, что за последнюю неделю в центральном районе Санкт-Петербурга совершено уже 3 шокирующих самоубийства. Если вас посещают мысли о суициде, незамедлительно обратитесь в службу психологической помощи, номер которой вы видите сейчас на экране. Берегите себя. Софья Токер, 4 канал. Слушай, выручишь, у Маринки там родители свалили на ночь. Сам понимаешь, такого шанса больше не будет. Вы почувствуете себя настоящей же. Тебе что-то колготки нравятся женские? А что ты говорил? Говорю, подменишь меня на ночной смене? Да, конечно, не вопрос. Спасибо. Да, дорогая, я помню про Ваню. Но сегодня тебе придется забрать свою школу сама. Ну, пораньше меня никто не отпустит. Да, скорее всего, останусь сегодня с ночевкой. Ну, я ничего с этим не могу поделать. Ну, ты же не хочешь, чтобы меня лишили премии? Ой, мужчина, у вас презервативы упали. Дорогая, я на работе. У нас сегодня шампанское по акции. Может, вы 2 бутылки возьмете? Я все объясню. Да не кричи! 50 рублей. Ты Егор? А мы знакомы? Нет. Но мои родители знали твоего отца, пока были живы. Простите, надо работать. Ты же знаешь, да, чем занимался твой отец перед пропажей? Как вы меня нашли? От родителей остался адрес. Соседи сказали, где ты работаешь. Что тебе известно о его расследовании? Ничем не могу помочь. Это опять повторяется, ты понимаешь? Нет. Не понимаю. Неужели он тебе ничего не рассказал? Антох, подменишь меня? Да, записываешь? Это очень важно. Диктую. Пусть он возьмет этот листок с показаниями, аккуратно его свернет и использует по назначению вместо туалетной бумаги. Привет, дядь Борь. Егор, ты чего тут? Да так. Кофе будешь? Можно. Пришел позвать меня в гости? Могу заскочить. Я в Московский институт перевожусь. На выходных уезжаю. Ну и правильно, на самом деле. Новый город. Не с твоей головой за кассой стоять. Ты садись. Чего такой серьезный? Дядь Борь, мы с тобой никогда не говорили об этом. О чем? Ну, о том, что сейчас повторяется. Егор, я туго соображаю после ночной смены. Вот, посмотри. Вы начинали расследовать похожие дела вместе, я помню. Тут нет ничего похожего. Ты всегда не хотел говорить на эту тему. Егор, это совсем другое. Дядь Борь, мне кажется, ты что-то не договариваешь. Егор, сядь.
Что тебе от меня нужно? Чтоб ты сказал правду. Какую? Он бросил нас с мамой ради этого дела и пропал. Потом мама заболела и умерла. Я хочу знать причину, почему он так поступил. Настоящую причину. Ты сильно обижен на него. Это естественно. Да я думал, что все это помешательство на работе только причина, чтобы не быть дома. Теперь я сомневаюсь в этом. Не знаю никакой другой причины. Я оставил эти дела в самом начале, и поэтому не в курсе, что было у твоего отца в голове. А почему вы оставили дела? Вас что-то напугало? Егор, успокойся. Переезжай в Москву. Не лезь. Спасибо, дядь Боря. Спасибо, Егор. Помоги, пожалуйста. Что случилось? Он хочет меня убить. Ты про этих ребят, с которыми сегодня была? Это прикол какой-то? Нет. Они хотели мне помочь, но они не смогут. Они не смогут. Пожалуйста, мне больше некуда идти. Там нет никого? Есть. Он может быть где угодно. Давай я вызову полицию. Нет. Они мне не помогут. Я вижу его везде, он преследует меня повсюду. Послушай, я сильно не понимаю, что происходит. Богдан и Карина сказали, что ты можешь что-то знать. Что твой отец расследовал похожие дела в прошлом. Я не знаю, что они тебе там рассказали. Я не в курсе этого всего. Да, они нашли меня вчера вечером. Но я от них ушла, они мне не помогут. Давай вызовем полицию, ладно? Он здесь. Да о ком ты говоришь? Человек в белом. Постой здесь, это, скорее всего, пробки. Я проверю. Егор! Минуту, подожди. Не уходи! Секунду. Егор! Сейчас! Стой на месте! Никуда не ходи, я пробки проверю. Все хорошо. Егор! Yeah.
пей, чтобы тебя стошнило. Ну, давай, давай, давай. Еще, еще. Ну, вот так. Хорошо, давай. Ага. Да, алло. Девушке плохо. Отравилась, кровь изо рта. Малокрестовский переулок, дом 6. Спасибо, жду. Иди сюда. Попей еще. Иди Вику и притворись ее братом. Как только очнется, сообщи мне, понял? Давай. Секунду! Иду. Че, спишь, что ли? Что ты тут делаешь? Разговор есть. Я не хочу с тобой разговаривать. Да ты хоть знаешь, что вчера вечером случилось? Знаю. Одевайся. Уходи. Еще раз. Ты тронешь меня пальцем, упадет полотенце. Ненормальная. Все хорошо. Ты в безопасности.
Я рядом. Че, сбегаешь от прошлого? Что? Переезжаешь? Тебе какое дело? Я просто так же сделала несколько лет назад. Это не помогает. Ты про раздельный мусор не слышал? Что тебе нужно? Мне нужны все материалы дел о самоубийствах, которые вел твой отец. Я не хочу в это лезть. Че, сильно испугался вчера? У меня не курят. Ты молодец, что спас Вику. Но это ненадолго. Что ты имеешь в виду? Ты знаешь что. Да ничего я не знаю. Что происходило с Викой? Она пыталась покончить жизнь самоубийством. Она вела себя как сумасшедшая. Она говорила про человека в белом. Говорила, но это какой-то бред. Это не бред. Так мы ее и нашли. Окей. Виталий Рябов сгорел заживо. Просто поджег сам себя. Через день Николай Красильников, его приятель, вышел в окно своей квартиры. Еще через день Тамара Григорьева, работница почты, вскрыла себе вены. Вика – ее соседка по коммуналке. И что? Это могли быть обычные самоубийства. Все они утверждали, что их преследовал человек в белом. Это ровно то, что расследовал твой отец. Где ты это взяла? Это мои родители. Он пытался помочь им, но не успел. Я всегда считал его ненормальным. Ты и сейчас так считаешь? Вика пришла в себя. Я хочу ей помочь. Он показал, как меня убьет. Что же вы не сказали, что она уже в себя пришла? Милая, тебе крупно повезло, что у тебя всего лишь легкий ожог пищевода. Люди тут все бы отдали, чтобы выздороветь, а она сама себя угробить решила. Что такое? Что случилось? Тихо, спокойно. Спокойно, успокойся. Тихо, спокойно. Тебе нельзя вставать, лежи, успокойся. Тихо, успокойся. Минут через 5 придет врач, даст тебе успокоительное, хорошо? Договорились? Все. Куда ты ее ведешь? Машина на парковке. Что вы делаете? Тихо. Давай. Карин! Что? Вика знает, как он будет ее убивать. Он показал. Отравит. Зачем мы вообще ее из больницы забрали? Разве ей там не лучше будет? Ей уже нигде не лучше. Она сама решила уйти. Но
Ну там-то она хотя бы под надзором врачей была. Послушай, они ей уже не помогут. Куда мы теперь ее везем? Куда-нибудь. Происходит? Бензин кончился. Да бред, я заправлялся совсем недавно. Твою мать, а. Тут в двух кварталах есть заправка. Погнали. Смотри за ней внимательно, понял? Вика, все будет хорошо. Смотри. Вика, открой дверь. Вика! Открой дверь, пожалуйста. Вика! Нет! Нет! Вика! Открой дверь! Вика! Вика! Дядь Борь, я сейчас... Замолчи. Я хотел... Куда ты вляпался, идиот? Я же просил тебя не лезть в это. Мы хотели помочь этой девушке. И чего вы добились?
Вам еще повезло, что вы не выехали из моего района. Иначе я бы сейчас не смог прикрывать вас. Сами бы справились. Богдан. С кем ты вообще связался? Одного постоянно задерживают за драки, другая все время. Это сейчас так важно? Сейчас же уезжай домой. И забудь про все это, понял? Нет. Что нет? Неужели ты думаешь, что я теперь все это брошу, когда знаю, что мой отец не был ненормальным? Ну, знаешь и знаешь, дальше-то что? Тебе этого недостаточно? Ты мне врал все это время. Ты это знал и врал мне. Я и не должен был тебе ничего рассказывать. Это была его просьба. Он хотел уберечь тебя от всего этого. План его провалился, когда он исчез. А ты хочешь последовать за ним? Будешь таким же ослом? Он хотя бы не испугался и не кинул своего напарника. Дальше что? Где он? Кому польза от его геройства? Чего вы все добиваетесь? Хотите умереть? Думаете, ваши родители этого хотели? Единственное, чего я боялся и боюсь до сих пор, это то, что мои дети после моей смерти будут так же, как и вы, обиженные и несчастные, бегать повсюду и лезть на рожон. Помогите нам. Мой брат видел его. Мы хотим знать, что все это значит. Я отдам вам материалы, которые остались от Михаила. Я их никогда не смотрел, не касался даже. Надеюсь, вам поможет. Да, я понимаю, что вы уже договорились, но я пока решил не переезжать в Москву. Спасибо. Вы тогда звоните, как надумаете. Да, всего доброго. Твой отец оставил списки умерших с датами их смерти. Первым был Кирилл Бабич. 12 октября 2015 года. Так, пациент третьей психиатрической лечебницы. Стойкие галлюцинации, постоянно видел человека в белом. Владислав Корниенко. 14 октября. Пациент той же лечебницы. Третьей была Евгения Колягинова. 16 октября. Пациент той же клиники. Все трое перед смертью видели человека в белом. Видимо, с них все и началось. Они умерли через день друг от друга. Это похоже на какую-то систему. Следующая жертва Марина Андреева, 17 октября. Ее тело нашли через неделю, а нашел Никонов Семен. Следующая жертва Семен Никонов, 25 октября. Отравился газом в своей машине. Олеся Никонова, 26 октября. Это его дочь. Утонула в канале Грибоедова, а тело нашел... Даниил Терехов. Даниил Терехов. Седьмая жертва, 29 октября. Он был студентом наших родителей. Они оба преподавали в колледже на Ваське. Последние были мама и папа. Это похоже на проклятие, которое перекидывается с одного человека на другого. Человека в белом.
перед смертью ваша дочь. Алисе очень хорошо умела плавать. Она не могла утонуть. Что происходило с Даниилом перед его смертью? Я не знаю, как описать. У него были галлюцинации. Словно как какой-то человек в белой одежде преследовал его повсюду. Даниил свернулся без шеи, находясь в колледже, так? Что-то похожее было в галлюцинациях Даниила? Да. Этот человек в белой одежде сам себе сворачивал шею, но тогда не говорил. А ты видела это существо? Нет. Подожди. Делай. Я хочу посмотреть. Мы оба понимаем, что он не сам выехал на встречную полосу. Его заставили. Я знаю. Теперь я знаю. Ты видел его смерть? Да. Думаю, если бы я поверил Денису, то... Может, мы успели бы его спасти? А сейчас ты видишь человека в белом. Что он показывает тебе? Я вижу его в петле. Я помогу тебе, обещаю. Послушай, Богдан и Карина подумают, что мы бросили их одних. Расскажешь им правду? Обещай, что ты расскажешь им правду. Странно. В списке нет никакого Виктора Исаева. Виктор Исаев поступил год назад в третью психиатрическую лечебницу. Лег сюда по своей воле. У тебя диагностировали одну из форм синдрома Капгра, верно? Но мы оба понимаем, что ты не болен. Для других это похоже на болезнь. Он как вирус проникает в тебя, разъедает твое сознание, сводит с ума. Ты много о нем знаешь. Расскажи. От него не спрятаться. Он найдет тебя везде и убьет. Только сначала покажет, как он это будет делать. А ты сам его видел? Я всегда чувствовал его присутствие. Но в последние годы появилось желание убивать. Это не мое желание. Меня как будто переполняли чужие мысли. Вот здесь он меня мучил. Потом ушел. Ему удалось спастись. Я отследил цепочку жертв. Первым был Кирилл Бабич, вторым Владислав Корниенко, третий Евгений Ковейн. Богдан?
Дан, что случилось? Ты снова видел его? Говори. Говори. Говори, ну! Тебе опасно быть со мной рядом. Богдан! Егор! Егор! Стой! Стой! Отойди! Стой! Ты что, конченый? Ты что творишь? Ты думаешь, я сам этого хочу? Ты что, не понимаешь, что ты сдохнешь без нашей помощи? Да ради тебя это делаю. Вернулся в квартиру. Пошел. Вику наша помощь не спасла. Я куплю потом новое. Психушка 8 открывается. Завтра мы найдем Виктора. И узнаем, как снять проклятие. Слышишь? Виктора Исаева выписали 5 лет назад. Но вы можете поговорить с Анной Измайловой. Она была с ним в соседней палате. Здравствуйте. Сколько вас? 3. Вы можете нам рассказать про Виктора Исаева? Вы его помните? Зачем тебе это? Мой отец расследовал самоубийство в этой больнице. Я хочу знать, что на самом деле там произошло. А что у вас с глазами? Виктор заразил меня страхом. Он боялся постоянно, шептал целыми днями, что видит его. Он мучил Виктора видениями. И я начала чувствовать его. Он постоянно был с Виктором, я знаю. Виктор говорил, откуда взялось это существо. Что это? Виктор говорил, что они всегда были вместе. А как он избавился от него? Кто-то из вас видит его? Я вижу. Пусть он уйдет, увидите его! Успокойтесь. Уходите!
уходите, оставьте меня! Спокойно. Уходите. Пусть он уходит, уведите его. Подождите. Пожалуйста. Если он один выйдет, мы можем продолжить? Иди за дверь. Иди, чтобы я тебя здесь видела, понял? Пожалуйста, продолжайте. Кто он тебе? Он мой брат. Мне очень жаль. Они не поверили в Виктору. Все это приняли за галлюцинации и приписали ему какой-то синдром. Синдром Капгра? Да. А потом Виктор не выдержал и попытался утопиться. Но Виктора откачали. И он перешел к тому, кто его откачал. И начал убивать. Но я первая поняла, что нужно сделать. Я себя спасла. Я всем здесь рассказала. Нельзя смотреть. Подождите, клиническая смерть? Это способ передать проклятие и спастись?
Да. Егор, дома не показывайтесь. Полиция хочет с вами серьезно пообщаться. Пробей адрес Виктора Исаева. Егор. Пожалуйста. Хорошо, только будьте осторожны. Берет это существо обратно. Если все получится, мы сможем остановить смерть, и я вернусь. Егор, прости меня, пожалуйста. Можешь все бросить и уйти. Не надо так говорить. Всегда знала, что наши родители не сумасшедшие. Богдан сомневался. Хорошо, что он узнал правду. Мне перед отцом стыдно. Я же поверил во все эти сплетни о том, что он ненормальный. Я нашел видео на камере. Он был заражен. Поэтому я думаю, он умер.
повесит меня, как и маму. Ты знаешь, что мы должны сделать. Да. Карина, это способ спастись. У тебя есть другие варианты? Ты что, в героя хочешь поиграть? Я? Да, что это изменит? Просто сначала умрешь ты, а потом я. Это время. Выиграем время, чтобы понять, что делать дальше. А пока будем передавать друг другу. Ты что, думаешь, так просто воскресить человека, у которого сердце остановилось? А ты готова сдаться, Карин? Тогда все это зря. И мои родители, и твои родители, и Богдан, и Вика. Мы должны. Мне страшно. Я боюсь. Не туго? Нормально. Если хочешь, придумаем другой способ. Не надо. Я готова. Тихо.
уже знаешь, как умрешь. А где Егор? Ушел куда-то. Что вы тут делаете? Ты должна понимать, что это ради блага. Карин? Зачем ты так рано вернулся? Что? Не лезь. Не надо. Не ищи нас. Карина. Твоего брата? Да? Мне жаль. Ты голодная? Хочешь что-нибудь? Thank you.
Где Егор? Что ты с ним сделал? Ничего я с ним не делал. Он же не заражен. Я не хочу никому причинять вред. От зараженного тела, потому что испугался остаться без него. Он же как будто часть меня. Раньше я всего лишь чувствовал его рядом. Чувствовал его желание убивать. Я думал, что сумасшедший. Хотел, чтобы меня вылечили. Я хотел избавиться от этого желания. Правда, хотел. И тогда я впервые увидел его. Он начал мучить меня еще сильнее. Постоянно был рядом и показывал мне ужасные видения. Он хотел, чтобы я убивал. Я почти сдался. Не мог сопротивляться, но я не хотел никому вредить. Я хороший человек. Я попытался все прекратить, но вместо этого освободил его. И он начал убивать. Последним зараженным был отец Егора. Он хотел, чтобы я помог ему спастись. Я мог бы это сделать. Но тогда бы он вернулся ко мне и заставил убивать. Стой, стой на месте. Где Карина? Я же сказал тебе не лезть. Где Карина? Она в безопасности. Что ты с ней сделал? Пока ничего. Карина! Егор, успокойся. Зачем тебе она? Я должен его остановить. Должен. Как ты хочешь это сделать? Растворить тело в кислоте, чтобы никто не мог увидеть. Тогда он исчезнет навсегда. Мой отец... Что ты с ним сделал? Егор, это уже не важно. Ты можешь помочь мне. Это спасет множество жизней. Это все ты. Из-за тебя он появился. Из-за тебя столько людей погибло. Нет. Он убивает сам. Чтобы вернуться ко мне. Я должен с этим покончить.
Карина уже не заражена. Мы успели поменяться. Тогда я убью вас обоих. Правда это или нет? Thank you.
Нет! Сиди спокойно. Карина мне все рассказала. Это ты. Ты убил моего отца. Он был заражен, мне ничего другого не оставалось. Ты его предал. Сказал, что заберешь проклятие себе. Отвезите меня в больницу. Заткнись. Он опять будет меня мучить. Пожалуйста, остановите мне сердце. Передайте его кому-нибудь другому. Заткнись! Я помогу. Помогу вам найти способ избавиться от него. Навсегда. Дядь Боря. Ты знаешь, что нам нужно сейчас сделать. Нет. Нет. Что мы должны сделать? У нас только один выход. Должно быть что-то еще. Больше ничего. Должен быть еще какой-то вариант. У нас больше нет вариантов. Еще. Хочешь быть как он? Ну!
Сейчас. Прости меня, пожалуйста. Я ушел от вас с мамой, чтобы уберечь вас. Я надеюсь, ты меня поймешь. Я не мог поступить иначе. Сынок, я очень люблю вас с мамой.